Продолжаем выпуск. Сегодня 31-му каналу исполняется 31 год. И у нас есть отличная новость для телезрителей. Наш канал совместно с университетом Нархоз и продюсерской компанией «Дастан Медиа» готовят большую премьеру. Уже этой осенью на экраны выйдет юмористический сериал «Нархоз. Студент Коке». Ну а пока идет подготовительный процесс к съемкам, в которых можете принять участие и вы. Для прохождения кастинга необходимо просканировать QR-код, указанный на экране. Пройдя кастинг, вы сможете сыграть в одной сцене с такими известными актерами, как Куандык Шакиржанов, Амина Есимжан и другие. Подробнее о многообещающем проекте расскажет Ануар Амангельдинов. Нархоз – один из ведущих университетов Казахстана. Вот уже более 60 лет здесь готовят успешных экономистов, финансистов, юристов и государственных управленцев. Но есть вероятность, что в скором времени в числе выпускников вуза появятся и кинозвезды. Попытать себя в роли актеров учащиеся вуза смогут в новом сериале «Нархоз. Студент Коке». К съемкам картины приступят в мае. Начало грандиозному проекту уже положено. 31-ю годовщину 31-го канала руководство подписало соглашение с представителями университета и продюсерской компании «Дастан Медиа». «Нархоз. Студент Коке». Сериал «Нархоз. Студент Коке» о том, как сельский мужчина за 50 лет поступает в университет. Учеба ему, конечно, дается нелегко. Однако наш герой всячески пытается грызть гранит науки, а также интегрироваться в новое для него общество. Идею этого сценария поддержал 31 канал, за что им огромная благодарность. 31 имеет огромный опыт в съемках такого рода проектов. 10 лет назад наш канал снимал про студентов. Тогда картина полюбилась многим казахстанцам. Однако нынешняя лента уже совсем другая история, которая имеет не только юмористическое обличие, но и глубокий смысл. Сюжетная линия будет немного иная. Я думаю, она тоже полюбится телезрителям. Безусловно, у данного сериала очень хорошая идеологема, задумка о том, что... главный месседж, что учиться никогда не поздно. Нужно ставить перед собой цели и достигать эти цели. Образование в стране на самом деле меняется, и оно меняется в лучшую сторону. Есть многие инструменты, которые можно мультиплицировать и распространить знания о нем в обществе. Но общество на данный момент мало знает о тех вещах, которые происходят сегодня в образовании. Поэтому мы бы хотели бы снять сериал об этом. Конечно, сериал не только об образовании. В комедии повествуется о любви, важности семьи, поднимаются и другие животрепещущие темы. Премьера многообещающей картины состоится уже осенью этого года. Ануар Амангельдинов, Ренат Абулхаиров, Информбюро.